Хей, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем пройдите рух под названием Shadow Warrior. Так, надеюсь, запись идет, да? Да, запись идет, все, отмена. Окей, давайте с вами, короче, выбираться. А для этого возьмем меч, который нам оставили. Демон или кто это? Меч. Лучшее средство для решения персональных проблем. А теперь я? А, окей. Так, что у нас по миссии? Текущее задание — выбраться из тюрьмы. А денежек у нас ноль. А, я не понимаю, что вот это за мини-дергание. А здесь без ключа не пройти. Так, я вижу, там что-то есть. Что это? Хочешь, чтобы я взял это? Ну, думаю, одному идти опасно. Так, соберите деньги, чтобы покупать улучшения или боеприпасы для оружия. Нажмите E, чтобы узнать больше. Я понимаю то, что у меня мало патронов. Ну, о, ничего себе. Чтобы прицелиться. А, нужно плюс удерживать, ребят. Я думаю, буду точечкой пользоваться. Нафиг оно надо. Эй, серьезно? Что? Револьверные пули и денежки. А думаю, это мне вскоре потом пригодится. В коробках у нас ничего. Так, я могу уничтожать коробку. Вот, большие кейсы. Почему я кейсы не могу открыть? Я могу ломать предметы. Ну, знаешь, типа, ты ломаешь, думаешь, что может там что-то есть внутри, а там, оказывается, нихера. Генератор, ладно. Деньги. Пол тут не обваливается, ничего такого нету. О, шкафчики. Револьверные патроны, деньги, деньги, деньги. Так, говорят, у это... Опа. Зеленая карточка. Мизаяки, ах ты, сукин сын. Я иду за мечом. Так, это не ломается, дверь не открывается. Я хочу вот этот открыть, большой кейс. Коробка минус. Ладно, давайте. А, как-то все равно, видите, оно не очень так плавно играется. Разбиваем предмет. Я не знаю, стекло считается как за предмет. О. Помогите, меня держат в плену на фабрике видеоигр. Хорошая печенька. Может быть, помогу. Что у нас по ссылочкам в книгах? А, ну, скорее всего, в книгах тоже есть какие-то знакомые вещи. Так, ну, знаете, показано, что типа там ничего нету. О, ни хрена. Ни хрена. Как могу. Типа в Serious M, вы знаете, типа там... Да даже не только в Serious M. В разных играх есть потайные... Эти, если только на них нажать. Точно ничего нет? Подожди. Не верю. Что, за картиной тоже ничего? Обидно. Как я мог себя здесь поранить? Ладно. Исследовать загнон Мизьяр.
Ну что, где твои когти теперь? Он только что сказал страшное. Я с тобой согласен, потому что это монстры. А я не очень люблю хорроры, как вы, наверное, знаете. А я надеюсь, вы это знаете. Колокола. Попозже туда выйдем. Много предметов собрали, чтобы вернуть зелье. Два что? Вот, тихо. Я думаю, везде должны быть пасхалки. Во всех играх. Подушки я могу лопать. Ну, типа, только перья летают и все. Ну, как видите, демоны какие-то с красными чем-то. Ух ты. Деньги. О, еще сундук. Ну, типа, стелс ни хера не сработал. Я, типа, думал, может, я втихаря, знаете, к нему так подкрадусь. Нужно сильно будет юзать способность. Ну, когда, типа, много, наверное, буду просто зажимать. Ну, бить, бить и бить. Ух ты, я могу на уличку выйти. Тарелка. Ладно. Никаких стекол. Стекла опасно. Новое достижение. Буйные вечеринки. Ништяк, видите, как все работает хорошо. Мы буйные уже. Это единственное, по сути, достижение, которое можно сейчас заработать. Блин, я хочу туда попасть. То есть там куда-то проход есть, но я туда залезть не могу, типа, перепрыгнуть. Давайте я все-таки нажму и посмотрю, что здесь у нас есть. Катана — это легендарное оружие самураев. Лучший меч в мире. Зила Индустрия так объединяет традиции и технологии. Закаленный клинок, лазерная заточка, нихера себе. А заточки крепится на прочной, но очень легкой рукояткой из углеродного волокна для непревзойденности, легкости разрубания как костей, так и металл. А, ну тогда понятно, почему так быстро режет. А тут я вижу, прокачка есть. Сюрикены. Заостренное оружие в форме звездочек. Как правило, для метания. Катана. Револьер. Тасиони Туп 13. Пули... Так, ясно? Так. Названы в честь крупнейшей породы японских собак. Тосио Тайп 13 является одним из самых мощных и надежных револьверов, доступных на открытом рынке. Это оружие предпочитает охранными агентствами по всему миру. И тут тоже... Ах ты ж, серьезно? Мощность боеприпасов можно купить. Удлинитель ствола. Косарь. У нас только 500. Точность повышается на 50. Так. Облегченная барабан облегченный. Сделанный из очень крепкого и легкого сплава. Этот барабан повышает быстроту огня на 20. То есть скорострельность. Урок Виджа. Удержите ПКМ, чтобы переключить на быстрый режим огня. В стиле вестерна. А, ну знаете, типа руками ба-ба-ба-ба-бах и все. Я не знаю, по сути, я не знаю, насколько вообще он эффективен. Я бы на самом деле вот это прокачал меч, но я не могу его вообще ни в каком случае прокачать. А, что можно еще тут посмотреть такого? О, тихо. Ха, интересно. А есть какая-то комбинация, которую я должен знать? А не, смотрите, я сейчас не могу их пулять. Ладно, поехали. Считайте, я сыграл мелодию. Так, прошла подзагрузка. Что это, черт, такое?
Хотите попробуем просто эффективность? Может, закроешь что-то? Уа, я понял. Пошло что не по плану. Давай. Что тут, блядь, вообще происходит? Как я и говорил, в основном мы... О. Сердце демона, нажмите выбор сердца, находится рядом с врагами, нажмите, чтобы убить всех демонов в поле зрения. Ну ни хрена себе, даже такое есть. Кролик. Привет, кролик. Вау. Серьезно. Кролик, вернись. Я должен убить тебя. Кроляка. Так, думаю, аптечку лучше оставить, да? Пускай она лежит. Знаете, если бы я сломал, допустим, решетку эту, да? И из нее выпали бы монетки, я бы сказал, что это была бы отсылка. Блин, я просто боюсь очень близко подходить, а вдруг она сильно взорвется. Вау! Цепная реакция. Просто понимаете, в чем смысл? Я не понимаю, куда мне. Ну, типа, у меня вот, я могу туда пойти в дом. Туда пойти в сторону. Давайте сюда, допустим. Здравствуйте. А, у нас еще с вами бег не постоянный. Я только заметил. Ясненько, ладно. Получается, у нас на несколько рывочков хватает, и все. Это что, камень? Это камень. Что, ребят, в крестики нулики сыграем? Ладненько, пойдемте далее. А, если напомни, то и пойдем. А ну-ка, давайте посмотрим, как оно выглядит. Ну, как сердце. Блин, нет, мне кажется, туда все-таки можно попасть. Как-то. Походу там вот там обход, и мы сюда типа придем. То есть я хоть так, я сюда да приду. Значит, пойдемте прям. Не, может просто, знаете, в воде где-то тут еще что-то есть. О, видите, тут что-то есть. Ой, тихо. Нихера, я куда-то забрел. Вау. Это пещера, ребят. Извини, я меткий. Почти, ладно. Бесшумно, но смертоносно, да? Знаешь, такие, подхожу, и тут толпа такая. Привет. Деньги. Найден тайник. Нет, все-таки здесь есть. О, тихо, я хочу туда. Че, серьезно? Ну-ка, F5. Что, серьезно, туда нельзя попасть? Никаким способом? Ладно. Зато мы нашли с вами первый тайник. Но я же говорил, что в игре что-то да есть. Ну, блин, ну это, в принципе, деньги. Бамбук ломается, значит, это тоже предметы. Так, там тоже, по идее, что-то должно быть, я думаю.
Ладно, полетели обратно. Норка какая-то. Скорее всего, оттуда кролик вылез. Которого мы спасли от мучений демонических, всего такого. Не знаю, на самом деле, есть какое-то достижение, если убить их. Но я знаю насчет них пасхалку. Ну, в принципе, там никого нету. Окей. Мужичка убили. Ты. Где он? Где не отберутся Каги? Я пытаюсь оценить этот шедевр актерского мастерства. Он называет старика, теряет меч и умирает. Он не уверен, что я врубаюсь. Кто его взял? Ага, вот именно. Этот вопрос и стоит так приесть. Лишний раз убеждение, что искусство не только для интеллектуалов. Хватит. Мне мозги пудри. Где меч? Не обижайся, Пончик, но тебе это бесполезно объяснять. Меня зовут Лованг, а ты делаешь банг-банг. Как тебе это нравится? Смерть? Ты уже труп. Я иду за ним. А я король страны эльфов. Тебя в клочья разорвут. Разве что я помогу тебе. Зачем ты помогаешь мне? Зачем тебе помогать? Я сам не очень много могу. Понимаешь? Мне нужно кто-то с плотью, кровью, пальцами, чтобы на спусковой крючок жать. Блин, так много демонов, а ты не умеешь делать бан-бан. Эй, давай-ка на... Так, умирай тут, скажи, что согласен, давай. Как слово сволочь? О, как в слове... Я согласен. Вот, это другое дело. Вот теперь у нас маска на какой-то ноге. Давай, ты должен сосредоточиться. Чувствуешь ли ты течение ки? Эй, ты говорил, говоришь у меня в голове. Не заморачивайся, у тебя сейчас по серьезной проблеме есть смертельный, например. Как бы. Так. Нажмите. ПКМ. Чё? ДД? В смысле? Нажмите ДД и удерживайте. А, подожди, я и делаю. Я не понимаю. Нажми ДД. Ну так это ж Д, это... Алло. Я ж не хилюсь, камон. Чё-то я не врубаюсь немного. Так это тяжело, слышите? О, как приятно. Я только до 65, да? То есть, понимаете, нужно два раза резко вправо. Почему нельзя было на какую-то определенную, не знаю, букву это сделать? Ой, я туда не пойду. Там страшно. Там страшно. Тут все, что ли, обгорело? Нет. Еще что-то можно найти. В смысле? У меня фул патроны? Давайте перезарежем. Все, вот теперь точно фул патроны. О! Раз, два. Чувствую, там будет кто-то. Может, даже босс. Ну, а наверх я не попаду, да?
Это одно из преимуществ нашего маленького сотрудничества. Я усилю твою ки. Типа жизненную энергию из раздела чакры фигакри. Нам на уроках кунг-фу это что-то рассказывали, когда сенсей пробивает носом. На своем распоряжении можешь пользоваться. Окей, и... Давай я сохраню игру на всякий случай. Мне хотя бы узнать, где прокачка. Кью. Ну, катана-то было. Катана. А есть? Ага, ну это достижение. Так, Т. Предыдущий, хорошо, фонарик. G, G, F. Нету. Ну, в принципе, мне предлагают туда пойти. В моем случае я не знаю, куда мне идти. Потому что пойти можно куда угодно. Бля. Я обосрался, да? Что тут-то? А тут что-то. Статуэтка. Походу, когда мы берем секретки, на нас начинают нападать враги. Довольно плохо. Так, меч нужно вытереть. Хе-хе-хе. Привет, водотяночка. Просто чилим. Просто чилим. Давайте я как-то встану, чтобы потом на превьюшку может даже добавить. Нормально, сойдет. Так, тут есть подъем. Ну, походу, это... Я могу наверх забраться. Эй, там что-то есть? Буду. Подожди, нужно узнать. Нет, там ничего нет. У меня фонарик включен, вот что только. Так, ну давайте. В смысле? А ну впусти. Пусти. На самом деле. Не, ладно, можно привыкнуть к этому делу. А как сюда забраться? Я вижу статуэтку. Я понимаю, что туда как-то да можно попасть. Эй, буду. Открой, пожалуйста, мне дверь. Подожди. Куда я все равно туда как-то надо могу попасть, да? Прыгнуть я потом оттуда смогу. Откройте! Я попасть хочу туда. Там статуэтка, я уже видел, значит я должен ее заполучить, камон. Вон она, видите, стоит. А там и ящики. А, колокольчик, я не знаю, где-то. Позвонить куда... Ладно, идемте дальше. Деньги. Темно. Я понял, что это... Блин, слушайте, так... Да пипец темно, знаете, я типа хорошо, значит... Качество это сделал. Бля! Серьезно? А я думал, он типа выживет. Не ой. Я думал, он серьезно выживет. При падении хотя бы. Да нет, это типа, знаете, не круто на самом деле. Это вообще ни в какую сторону не круто.
Нужно меч помыть. А ну-ка, работает это? Нет, не работает. Блин, слушайте, а как мне тогда войти внутрь? Я думаю, что серьезно, туда как-то да можно попасть. Только вот как, потому что... Они же не сделали бы просто так дверь, если туда нельзя попасть. Может, где-то здесь рычаг есть, я не знаю. Буда, у тебя точно нихера нету скрытного? Это не ломается, флаги не ломаются. Но где-то должен быть секретный проход, я в этом просто уверен. Так, тут что есть? Слышите, а там этот источник теплый. Здрасте. Пойдемте искупаемся, чё я? Блин, я не знаю, может поставить автоматом, чтобы оно это... Чё, пацаны, как оно? Нормальная такая водичка, тепленькая. Большие деньги. Не, я вам говорю, как-то туда можно попасть. А хорошие новости, вы не параноик. Плохие новости, все серьезно пытаются убить вас. Ну, это хорошо. А теперь скажите, ко мне в здание попасть? Блять. Пожалуйста, скажите, как тут... Ха. Довольно прикольно. Прикиньте. Вот это вот на самом деле очень классно сделано. То есть, если бы я не заметил вот этого тайника, то я бы сюда не смог попасть. Да, наверное, сделаю, чтобы он автоматически подбирал вещи, потому что... Довольно долго это все дело, типа... Ну, хотя... Не знаю. Ну, книги... Что это, палочки? Похоже на палочки. Сердце будем юзать самым крайним случае, потому что... Ну, я думаю, логично, почему. Ой, тихо, тут что-то есть. Что, знаете, такой садист, который убивает все эти бамбуки. Отпалить себе меч не могу. Мост тоже не режется. Okay. Хорошо. Так, где же этот меч? Его забрал голем. На вид женщина. Я видел ее штуку, когда был заперт. Она словно керамический робот. Она и есть. Ну, оно и есть. Главное, чтобы не были темные пещеры, потому что мне будет довольно стрёмно драться в них. Найдите голема и забрать обидский каги. Ну, понимаете, просто... Давайте я тоже пистолетиком буду. Не, катана. Катана ван лав. Понятное дело, что мне сюда. А тут-то... Вот если... Подожди, а давайте я прыгнусь, тихо. Что, серьезно, нельзя туда запрыгнуть? Это так глупо. Чтобы туда нельзя было залезть, когда тут, в принципе, пригнуться и залезть. Ну ладно. Если так сделано.
Значит, так сделано, так уж быть. Вы можете собирать души убитых существ, чтобы частично вылечиться. Спасибо, Кэп. Оу! To sound like a racist, but all you demons really do look alike. Ой, 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 ой. Ну, если я только могу... О, привет. А я могу только... Ну, видите, оказывается, не даже души есть у этих демонов. Но я только могу одно сердце использовать. И оно, походу, пропадает после использования. Я вижу вас, бамбуки. Какой-то портал. Ну, я потом уже сюда не смогу вернуться, так ведь? Ну, в принципе, здесь больше прохода нету, и секретов нету тоже, я думаю. Нет. It'll take more than a pistol. Чтобы их вынести, надо что-то серьезное. Ну, ладно. Ну, это какая-то статуя. Очки кармы. 1000 очков. За убийство врагов и найденные флаконы с кровью вы получаете карму. Используйте карму, чтобы улучшить новые навыки и улучшить их. Так, разделить небес. Атака разделитель небес. Ну, давайте посмотрим. Ух тышка. Так, мастер катаны. Знание. Передвижение. Удача. Разум. Восстановление. Мастер катаны. Разделитель небес. Цена, чтобы выучить. Это... Подождите, а... Ну, я же могу, по сути, любой, да, выучить? Закрыто. Требуется кенши. Закрыто. Требуется круг из стали. Требуется разделение небес. А, ну, то есть все поэтапно. Закрыто. Демон... Ну, блин, ну, типа, если оно недоступно мне для прокачки, то... Смысл? Оно все закрыто. Камон. Серьезно. Ладно, так уж и быть, мастер катаны. Это сценирует фронтовые ударов, способны убить врагов, всех врагов, кроме самых могучих. Комбинация. ВВ, затем удержите ЛКМ, чтобы набрать силу. И отпустите, чтобы выполнить удар. Изучить. Ну, сделано, видите, как в виде картинок. Так, у нас есть еще раздел оружие. Ну, это, в принципе, то же самое, да? Да. Магия. Так. Исцеление, дождь, подожди, лечение, защита. Мы типа себе херячим татуировки. О, это тоже за... А, это кристаллы Ки. Ну, я думаю, с этим мы будем потом разбираться. Это когда у нас уже будет хотя бы одна штука. Так, уничтожьте статую Кентоль с фонарем зеленого пламени, чтобы открыть печать зеленого цвета. Только разделитель небес может уничтожить темный свет. Useful trick. Полезный трюк. Ну, в принципе, давайте я заряжу ее. В принципе, это почти конец. Карма, так, течет вместе с сюрикенами. Так, восьмерочка. Ну, на самом деле такой, да? И карма в приз. То есть за звездочки, ребят, мы получаем карму. Ну, типа бонус кармы. Ну а вода какой-то.
О, ключики. Почему я их взять не могу? В смысле? Я ж... Вот, я сломал. Я их не сломал. Кажется, компьютер взорвал. В смысле, я ключи взять не могу? Нечестно? Ребят, предлагаю разобраться мирно. Слушай, у меня есть то, что тебе не понадобится. На! Уэй! А вот это вот нечестно. А можно попасть? Я понял. Я, конечно, меткий стрелок, видно сразу, да? Попадание в голову ноль. Я молодец. Если музыка играет, значит враги есть. Все? Да? Плюс карме. Большую коробку... О, тут это QR-код, слушайте. Хотите, сканируйте, типа, посмотрите, что там. Ну, конечно, он очень нечеткий. Ну, ладно, не суть. Не в этом же суть, да? Не в этом. Я сразу вижу там пасхалочки уже. Испугал. Это у нас Hotline Miami. Отсылочка. Это автомат с Сириус Эмом. А это Hard Reset. Не знаю, на самом деле я вот этот автомат никогда не играл. Все? Хуёвый автомат. Дискотека! Ладно. Не, заебомба на самом деле. Я хочу ударить, отойти. Плохая идея была. Свет распространяется быстрее, чем звук. Вот почему некоторые люди выглядят блестяще, пока не заговорят. Понятно. Значит, нужно быть очень осторожным со всем, что здесь есть, потому что оно может меня довольно сильно задеть. Ключи. Ключи от вс... Так, замка. Ну, с компьютером, конечно, я... Ах ты ж, вот что я дверь не мог открыть. Так, это уже не взорвется. Ну, на самом деле, не очень так удобно. То есть это у нас, да, типа бафны всякие, поняли, активки. То есть сюда тоже нельзя, ничего. Ну, здесь в основном, да, больше прохода такого никуда нет. Я мог, в принципе, отсюда спрыгнуть, но смысл. Открываем замочек. У нас идет подзагрузка. И мы куда-то, да, и пришли. Как вариант, мы можем закончить, потому что уже... А, то есть я могу в любую секунду вернуться обратно. Только пипец, подзагрузка долгая. Ну как, именно... Зафризил, когда я туда шел. Ладно, давайте, думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.